Когда в последний раз ты смотрел в зеркало и видел там отражение человека, которым ты на самом деле хотел бы быть? Ведь мечта так и останется мечтой, пока вы сами не вдохнете в нее жизнь. Останавливается на падениях. Главное — это умение вставать после каждой грёбаной неудачи раз за разом, пока ты не добьешься своего. А в самые тяжелые моменты, когда ты готов все бросить, вспомни о своей главной цели и скажи себе: «Я отказываюсь сдаваться». Каждая капля пота на тренировке — это слезы слабостей, побежденных твоим же телом. Жизнь вовсе не исчисляется количеством вдохов. Она исчисляется моментами, захватывающими наш дух. Успех не спит, так что проснись и дыши. Что люди думают о тебе или о твоей мечте, тебя это вообще не должно касаться. Поверь, они в один голос будут говорить тебе, что это невозможно лишь потому, что сами такого не видели. Этого им достаточно. Пойми, историю не только изучают.